каждый Божий день – это подарок. А подарки следует принимать с благодарностью, ценить. И даже если кажется, что ничего существенного не произошло, это от недостатка ума или глухости сердца. Пустых дней в жизни не бывает совсем, разве что у людей, кто смотрит и не видит, слушает и не слышит. У человека, внимательного к себе и к миру, важные события случаются повседневно, хотя бы в душе. Борис Акунин.